Две религиозные церемонии в память об убитом во вторник священнике местной церкви состоялись в пятницу в нормандской деревне Сент-Этьен-де-Рувре. Все желающие почтить память 86-летнего Жака Амеля, погибшего от рук радикальных исламистов, приняли участие в минуте молчания, организованной в католической церкви Святой Терезы, а затем в пятничной молитве в мечети Яхья. Здесь к собравшимся обратился назначенный на место убитого священника новый глава местной церкви Аугюст Муанда. «Случившееся должно помочь нам укрепить дружеские и братские связи», — заявил он в частности. «Мы должны строить мосты, а не стены. В сегодняшнем мире возводится, к сожалению, все больше стен, и мы, простые люди, прихожане, должны показать пример того, как возводить мосты». В церемонии в мечети Яхья приняли участие до 300 человек. Приглашенных разместили во дворе и на балконе мечети. В результате нападения на церковь Сент-Этьен-де-Рувре трое прихожан были ранены. Один из них находится в тяжелом состоянии, хотя его жизни ничто уже не угрожает. К собравшимся обратился имам из соседнего города. «Всевышний, запри наши сердца для сирен ненависти, насилия, для сирен, поющих о том, что лишение жизни невинного может смыть оскорбления, нанесенные мусульманам в разных частях света». Мечеть Яхья была построена на земле, подаренной мусульманской общине католической церковью Святой Терезы. Убитый священник Жак Амель был сторонником межрелигиозного диалога.